Всем привет! Рад вас приветствовать на своем канале Мира Red Fishing. В этом видео хочу вам показать распаковочку данной бандерольки, которая приехала мне от компании AllBlue. Давайте посмотрим, что здесь за воблера. Для начала выгрузим. Выгрузим, достанем. Заказал себе для разнообразия в боевых коробках вот таких два свимбейта, если я не ошибаюсь, правильно называю этот вид приманок. Ну, тут немного туговато, надо разрабатывать. Вот такие два карасика, точнее карасик и окушок. Все ТТХ вы видите на экране. Еще раз. Плывите в сторону, а мы посмотрим на вот эти воблера. Как вы видите, это копия на 130 воблер, точнее не на 130 воблер, а на Orbit 130 реплика. Три натуралочки и один матовый воблер. Такая расцветка, как змея какая-то. Лопатка матовая. AllBlue назвали эти воблера Вулкан 130 SP. Имеет рост 133 мм, 26,5 грамма вес и заглубление 1,5 до 2 метров. Переваживать эти воблера я не буду, потому что даже если там отклонение в сотые или в десятые грамма, для меня не играет никакой роли. Натуралочка. У меня в этом сезоне натуралочки хорошо зашли. Фурнитура тут классно все. Петли проклеивать я не буду, хоть там есть возле петель такие маленькие отверстия, ну как утверждают AllBlue-шники, и исходя из опыта пользования AllBlue-шными воблерами, они не пьют воды. По крайней мере, у меня еще таких инцидентов не было. Но скажу вам так, держишь эти воблера в руках, то нет никакого ощущения, что это дешевая копия, а не оригинал. Точнее, это не дешевая копия, есть и подешевле копии. Вот такая по карману большинству рыбаков копия. И опять же, исходя из своего опыта, заявляю ответственно, что ловить рыбку будут эти воблера. Магнитку, конечно, могли сделать немного
посильнее, потому что без особого усилия, ну, есть определенное, ну, можно было бы сделать получше. Магнит воблера тихие, еле-еле слышно. И вот такая натуралочка, золото, серебро, и тоже так как бы как пудра присыпана. Ну, прикольные воблеры. Просто показываю вам распаковочку. Краш-тесты проводить не буду. И игру показывать тоже как бы нет возможности. А просто показываю вам, показываю подписчикам и вообще гостям канала, на что буду рыбачить на следующей рыбалке. Пробовать разловить хотя бы какой-то из них воблер. Вот такая бандеролька. Сейчас максимум, что могу я сделать, протестировать на воде, как бы показать вам ихнюю плавучесть на домашнем полигоне. Сейчас посмотрим. Давайте посмотрим, какой плавучести эти воблера. Копия на Орбит 130, Вулкан 130 СП. Ну вот такой медленно всплывает с поводочком. Будет то, что надо. Следующий. Вот такая натуралочка. Точно так же всплывает. Следующая натуралка. Одинаково всплывает. А что вот это нам расцветочка продемонстрирует? Точно так же всплывает. Ну и хорошо. С поводочком, как я говорил, повторюсь, для меня будет то, что надо. Ну и давайте посмотрим на эти свимбейты. Ну, они по идее должны быть тонущие. Так и есть. Будем работать с этими приманками на глубинах. Все, всем спасибо за просмотр, за подписки. До новых встреч. Пока.